Здравствуйте, дорогие друзья! И пришла к вам вот с таким необычным тортиком. Тортик в стиле Дисней. Состоит урок у нас из трех частей. Можно купить комплекс, и вы получите сразу оформление плюс две фигурки со скидкой. Либо вы можете купить просто чисто оформление самого торта без фигурок. Конструкция у меня здесь облегченная, то есть торт находится сверху, находится снизу. Здесь конструкция, которая все это держит. Подходит такая конструкция для домашних посиделок, либо для перевозки на небольшие расстояния и, конечно же, не по каким-то там сугробам, буеракам. То есть конструкция light, если хотите куда-то везти, желательно это делать вам самим, для того, чтобы довести торт в целости и сохранности. Ну и, конечно же, хочу сказать отдельное, что у нас торт практически состоит без мастики. То есть есть какие-то мастичные элементы, но весь торт это полностью безмастичное практически оформление. Также хочется сказать о его высоте. Высота у меня получилась приблизительно 38 сантиметров. Вес торта получился у меня 5600. Это вместе с конструкцией и всем-всем оформлением. Купить урок можно очень легко. Для этого просто напишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете, как всегда, ссылку на урок. Хочу вам показать еще тортик, если выключить свет. Как он будет смотреться? Вот такой интересный тортик получается. Если выключить свет, горят гирлянды. И такое прям настроение получается у нас веселенькое, интересненькое. Вот такой тортик. Вы тоже сможете сделать, ничего сложного и сверхъестественного вам здесь не понадобится. На все молды и вырубки, которые я буду использовать, конечно же, ссылочки вам оставила. Поэтому не переживайте, все это у вас получится и ничего сложного абсолютно в данном оформлении нет. Я, конечно, надеюсь, что данный тортик вам понравился и вы захотите приобрести урок по его созданию. Буду ждать, конечно же, ваших комментариев, буду ждать ваших лайков. На сегодня все. Всем пока-пока.